Давай, 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 Боб, выходи из ворот. Набра... Тащи, давай, тащи, 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 Боб, тащи, давай. Давай, 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 давай. Куч, давай, что, Бобровскому забей, там все просто, даже я могу забить, давай. Давай, Орел, на Кузю. Кузя, бросочек по воротам. Браво, и ворона пошла. Примерно вот так вот я поддерживаю своих друзей и смотрю прямые трансляции матчей Национальной хоккейной лиги в Яндекс.Эфире. Даже если я что-то пропустил, там же я смогу посмотреть в записи трансляции этих матчей, а также самые интересные моменты за прошедший игровой день. Ссылка на Яндекс.Эфир в описании. Проходи и смотри прямые трансляции матчей Национальной хоккейной лиги в Яндекс.Эфире. Сейчас ты что будешь? Всем привет, это Ярушин Хоккей Шоу. Наконец-то свершилось, к нам в гости пришел большой человек. Сейчас функционер, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов. Аплодисменты, друзья. Между прочим, ребята, это бывший капитан сборной России по хоккею. Это бывший нападающий хоккейного клуба «Акбарс». И бывший нападающий хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинс», между прочим. Стас, ты чё? Чего? Бывших не бывает. Пошли передачу снимать. Алексей Морозов в гостях, Ярушин Хоккей Шоу, мы начинаем. Друзья, как вы уже догадались, у меня сегодня в гостях двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, помогай мне, Леша, обладатель Кубка Европейских чемпионов, что еще? Континентальный кубок. Континентальный кубок. Чемпион России. Чемпион России. Серебряный призер Олимпийских игр в Нагано. Серебряный призер Олимпийских игр в Нагано. И звание, которое мне особо дорого. Мой хороший друг Алексей Морозов. Прямо сейчас я задам тебе вопросы, которые тебе никогда не задавали за твою хоккейную карьеру. Скажи, пожалуйста, кто был самым слабым в тройке Морозов, Зиновьев, Зарипов? Морозов. Морозов? Конечно. Почему? Потому что они меня тянули, я самый старый был. Почему ты недооцениваешь свою игру? Да нет, ну как, я оцениваю, но в этой тройке я, конечно, выделялся. После завершения карьеры был период, когда появилась пузика? Да. Носишь? Было. Нет. Или не подошло? Не подошло, да. Гардероб не захотелось менять. Продолжи фразу. Зинатулла Хайдарович Белилединов хороший тренер, но... Я напоминаю, это вопросы, которые никогда тебе не зададут. Великий игрок. Браво. Я думаю, за этот ответ можно поаплодировать. Если бы можно было бы что-то изменить, что бы ты изменил? Да, ничего бы не менял. Меня все устраивает. Даже сейчас по хоккею не скучаю. Наоборот, закончил в то время, когда захотел. Сейчас доволен жизнью. Дети растут, дети радуют, занимаются спортом. Так что меня все устраивает. Может быть, конечно, поменял, но это стечение обстоятельств. Вот не выигрывал Кубок Стэнли, хотя поиграл там в Америке. Поэтому были шансы, но не сложилось. Не всем дано, видно, это. Это вопросы, на которые отвечал Алексей Морозов. Спасибо, что ответил. Леш, по традиции нашего шоу, гости приходят со своими подарками. Что ты принес сегодня? Я вижу уже. Я тоже принес кепку моего родного клуба, где я воспитывался, начинал свою профессиональную карьеру. Поэтому Кунель Советов. Сейчас клуб возродился в молодежной хоккейной лиге. 2 года назад отметил 70-летие. Поэтому я вот хочу, чтобы болельщику кому-то досталось клуб.
Кепка мы крылья тоже сайт. Хотим, чтобы эта кепка досталась кому-то из наших зрителей. Подписывай кепку и подпиши, пожалуйста, вот эти две шайбы. Друзья мои, эти шайбы с автографом Алексея Морозова и кепки с автографом Алексея Морозова вы выиграете при одном условии. Внимательно смотрите наше шоу, внимательно, желательно несколько раз пересмотрите и с разных аккаунтов на протяжении нашего шоу появится где-то появится хоккейная перчатка Крага. Напишите точное время здесь в комментариях. Если вариантов ответов ваших будет много, мы скидываемся в одну корзину и потом в одном из наших шоу мы рандомным образом разыграем. Ну, получается, уже три подарка. Бейсболку с автографом Алексея Морозова и две шайбы. Будьте внимательны. Скоро новый хоккейный сезон. Ура! Пора готовить и точить коньки. Девушка, можно наточить мне конючки? Можно вам желобок 20 или 21? А можно 20, плавно переходящий в 21. Подождите, вы же похожи. Да что там похожи? Сегодня у нас в гостях сама Юлианна Караулова. Юлианна Караулова в гостях Ярушин Хоккей Шоу. Красавец, потрясающая певица. Помимо этого, Юлианна еще эрудит. Она является вот победителем. Ты являешься победителем, кто хочет стать миллионером. Да, но это была случайность, совпадение. Ты являешься обладателем двух красных дипломов. Это тоже случайность. Ты полиглот. Ну, я бы не сказала. Ты знаешь 5 языков, это я правда? Я люблю прибедняться, ну, поняли. Ну, слушай, 5 языков знаю, это громко сказано. Я учила 5 языков. Так. Знаю ли я их? Нет. А какие языки ты учила? Ну, русский, понятно. Я жила в Болгарии 8 лет, соответственно, болгарский. Так. Английский, французский. И в качестве основы языков я училась в гуманитарной гимназии, нам преподавали латынь. Но я ни хрена не помню, сразу скажу, кроме In vino veritas. Это все, что мне нужно знать на латыни. Я хочу вас познакомить. Юлианна – это легенда российского хоккея Алексей Морозов. Я знаю, конечно же. Алексей может делать вот так. Алексей, а это Юлианна Караулова. Юлианна может делать вот так. Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на Марс. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой внеорбитные. Тебя папа понимает и любит хоккей, я так понимаю. Ну, помню. Конечно. Но мне кажется, все мужчины любят хоккей. А теперь... Папа будет гордиться тобой, что ты рядом находишься с Алексеем Морозовым. Расскажи, как ты... Конечно, себя... папа, мне кажется, считает, что он не зря старался, в принципе, когда-то давно. А, в общем, не зря все это было. Прямо сейчас я... Юлианна... На вопрос, зачем все это было, он, в общем, получил ответ сегодня, мне кажется. Я узнаю вас получше, и мы друг о друге узнаем получше в нашей рубрике под названием «Донетки». Я тоже буду участвовать в этой с вами игре. Вот вам спасибо. Табличка. Да. Да, на одной стороне да, на другой стороне нет. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете на них честно отвечать. Итак, говорили ли вы когда-нибудь «угу» или кивали, хотя нафиг прослушали, что вам говорят? Конечно! Как часто у вас такое бывает? Алексей, вы функционер. Очень частенько. Да? Когда было последний раз? Вчера. Я думаю, сказать сейчас, да? Сегодня я буду работать. Кто-нибудь из ваших коллег... Вас раздражает? Конечно. А если я вас прошу фамилии, назовите? Находится ли этот человек здесь? Находится ли этот человек здесь? Часто ли вы врете? Любовались ли на свое отражение, разговаривая с другим человеком? Ну, блин, нет, это совсем жопа. Я знала. Смеялись над несмешным анекдотом, рассказанным важным человеком. Блин, какие мы все гнилые все-таки, ребята. Блин, ну вообще кто в наше время рассказывает анекдоты? Только важные взрослые люди. Ты заметил, что молодежь анекдоты не рассказывает? Уже нет анекдотов. Смотрели когда-нибудь через плечо в экран чужого телефона, типа что там?
Хорошо. В автобусе, блин, с мужиком. Просто человек, просто человек, просто человек, говно. Хочется спеть эту песню после этой игры. Просто говно. Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону? Ох, я уж испугалась. Да, извините. Ну, как бы меня можно еще спросить, а вот вас странно, да. Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону, Юлиана? И ты продолжай. Имитировали ли вы когда-нибудь по телефону больной или простуженный голос? Да. Конечно. Ты не хотел приходить на тренировку? Нет, на работу. На работу? На тренировку я всегда с удовольствием шел. Понимаю. Работаем в офисе в основном. Я бы тоже косила. Вопрос к каждому по отдельности. Алексей, скучаешь ли ты по хоккею? Это честный зато ответ. Юлиана, скучаешь ли ты по Файста Фэмили? А мне даже и нечего. Скучаю ли я по универу? Скучаешь ли ты по универу, Стас? Честно? Юлиана Караулова, Алексей Морозов в гостях Хирушин Хоккей Шоу. Мы продолжаем. Спасибо, ребята, поаплодируйте. Алексей сегодня уже нам представил свой подарок, что ты принесла от себя лично, и мы разыграем среди наших зрителей. Я принесла толстовочку, это мой мерч большого размера специально, чтобы можно было влезть всем, кому угодно. А «Быть сильной, быть стильной» называется так мой альбом «Быть сильными». А, ну, можно, пожалуйста, мне, я можно подержу это в руках? Да, пожалуйста, можешь померить. Обязательно. А слабо функционеру прийти вот в такой толстовке в офис? Ребята, уважаемые наши подписчики, уважаемые наши зрители, вы получите толстовку от Юлианы Карауловой. Как ее заполучить, я скажу вам в конце нашего шоу. Спасибо нашим зрителям, что вы принимаете участие в нашей передаче, что вы пишете свои конкурсы. И прямо сейчас мы сыграем в конкурс, который предложил нам наш подписчик Мартин Оганесян. Правила очень простые. Сейчас на экране будут появляться фотографии хоккеистов. Это реальные хоккеисты из континентальной хоккейной лиги. Вам нужно будет просто угадать, россиянин это или легионер. Готовы? Да. Алексей, россиянин или легионер? Россиянин. Кто? Не знаю. Не знаете. Это Адам Лишко, словацкий хоккеист, нападающий Северстали. Не угадал. Следующая фотография. Юлианна, россиянин или легионер? Россиянин. Браво, угадала, россиянин. Даниил Апальков, ярославский Локомотив. Следующая фотография Алексею. Россиянин или легионер? Легионер. Александр Брынцев, российский хоккеист, защитник нефтехимика. Да ладно, такое лицо не русское. Следующая фотография Юлиане, пожалуйста. Россиянин или легионер? Россиянин. Россиянин Данис Зарипов, который в свои годы играл вместе в звене за сборную России за Акбар с Алексеем Морозовым. Следующая фотография Алексею, пожалуйста, россиянин или легионер? Легионер был, потом россиянин, сейчас легионер. Это Артем Бородкин, россиянин. Не, ну видно, что парень русский. Челябинский трактор, Леша из 3-3. Пока Юлианна ведет. Следующая фотография. Россиянин или легионер, Юлианна? Вот здесь спорно. Давай. Не россиянин, нет, легионер. Легионер. Друзья мои, это легенда российского хоккея Павел Дацук. Это россиянин. Павел. Ничего страшного, пока одна шайбочка в активе у Юлианы. У Алексея вообще ноль. Фотография следующая Алексею. Россиянин или легионер? Ну, смотри, за Борис играет, наверное, легионер. Казахстан. Да Кирилл не Полохов наш. Это легионер. Казахский защитник. Едем дальше. Защитник Бориса. Следующая фотография. Россиянин или легионер, Юлианна? Ну, пусть будет наш. Наш? Это ты смотри по нему. Ну, наш. Ну, это наш. Антон Глинкин, челябинский трактор. Следующая фотография Алексею. Россиянин или легионер? Россиянин. Знаете кто? Внук легенда. Прославленного Третьяка. Максим Третьяк играет за Рижское Динамо. Россиянин. Следующая фотография Юлиане. Россиянин или легионер? Вот папа бы твой сейчас на первой секунде бы сказал. Да? Да. Ну тогда наш пусть будет. А, нет, ну ладно. Нет. Наш или не наш? Ну не наш, не наш, да. Точно! Какой-то он... Я же подсказал. Россиянин или легионер, Юля? Что там, во рту что-то? Я не понимаю, что... Точный ответ. Ну пусть будет наш. Шайбочку Юлиане, это Сергей Мазякин, магнитогорский металлург. Фотография Алексея, россиянин или легионер? Ой, нет.
Нет. Что нет? Легионер. Нет, это Никита Выглазов, российский нападающий Витязя. Следующую фотографию Юлиане. Не наш. Сергей Шумаков, омский «Авангард». Следующая фотография Алексею. Не наш. Легионер. Легионер? Точно? Ну, я так думаю. Роберт Розен, шведский нападающий, Сочи. Шайбочку Алексею Морозову. Следующая фотография Юлиане. Легионер тоже. Браво, Юса Хиттанин, «Динамо Москва». Легионер. Следующая фотография Алексею. Россиянин. Станислав Кацуба, российский нападающий, Амур. Юлиане следующую фотографию. Он дразнит меня. Ну, надо. Он дразнит. Я тебе скажу, что он дразнит многих на хоккейной площадке. Мне кажется, легионер. Легионер Линус Умарк. Браво. Следующая фотография Алексею. Нападает. Это россиянин или легионер? Внимание, вопрос с подковыркой, Алексей. Да. Но нет, не думаю, что он россиянин. Легионер. Легионер. Причем это, простите, Хуян, это канадский нападающий Кунь Луня из города Пекина. Понимаешь? И еще одна фотография для Юлианы. Думаю, что наш. Да, это человек, которого ты называла в смс-ке, когда мы с тобой переписывались. Это Сергей Плотников, СКА Санкт-Петербург. Я, кстати, выступала у СКА. Но это было после их игры, они проиграли, были очень грустные. Что ты для них пела? Какую песню? Я пела для них все. И последняя фотография для Алексея Морозова. Россиянин и легионер. По-моему, легко. Легко. Найджел Доулс. Легионер. В битве россиянин или легионер побеждает дружба. 7 шайб у Юлианы и 7 шайб у Алексея Морозова. Это Ирушин Хоккей Шоу. Мы продолжаем. Впервые пробуем новый конкурс. Это командная работа сейчас у вас будет. Называется «Курица лапой» конкурс, да? Пусть так и называется. Мы прямо сейчас попросим Алексея удалиться отсюда, чтобы он не видел, что здесь будет происходить. А курица будет лапой. Я тебе буду называть команду. А, серьезно? И ты, как ты думаешь, по твоему мнению, должна будешь нарисовать... То есть я сейчас должна выступить дизайнером логотипа? Да. Прекрасно. Коротко я тебе помогу. Мало того, что я рукожоп, так мне еще и придумать надо. Итак... Давай. Поехали. Кунь-лунь, Red Star. А кунь-лунь, это что-то приличное? Это же значит, не то, о чем я сейчас подумала. Можно не сильно упираться, потому что у нас еще есть несколько команд, которые ты должна нарисовать. Я нарисую, типа, как будто бы, знаешь, не знаю, то, что у меня ассоциируется с Уралом. Обводи. Отлично! Что, коня рисовать, что ли? Что такое барыс? Господи, более уродского кота природа еще не видела. Трубы, трубы, трубы. Так. Магнитогорская экологическая ситуация, как бы не очень. Покажи у меня явная проблема с тракторами. Вот так вот. Спасибо, Юлиана. Спасибо. Под ваши аплодисменты мы возвращаем Алексея Морозова. Алексей, проходите к нам. Леш, ты ничего не слышал, что тут происходило? Нет, конечно, я далеко был. Алексей, простите, я знаю, что эти ребята не заслужили этого. Леша, я называл Юлиане команды, и она, по ее мнению, нарисовала эмблемы этих команд здесь. У тебя всего лишь одна попытка – клубы континентальной хоккейной лиги. Окей? Континентальной? Да. Знаешь, как переводится КХЛ? Как переводится КХЛ? Континентальная хоккейная лига. Браво, Юлиане! Аплодисменты! Вот ради чего мы здесь собираемся. Итак, как ты думаешь, что это за команда, которая завтра выйдет на лед, и у них на майках будет изображен вот этот логотип? Вы сейчас меня обнимете, Алексей. Трактор. Итак, правильный ответ! Трактор Челябинск! Простите, я очень плохо рисую. Ну, отлично. Видишь, с командой справимся. По мнению Юлианы, логотип этой команды должен выглядеть так. Угадывайте, Алексей. Время вышло, версия. Хоть что. Йокерит. Итак, нет. Это, по мнению Юлианы, Магнитогорский Металлург. Все очень просто же, Алексей.
да. Ну, практически угадал. Практически, завод, да, не подумал. Металлургия и... Угу. Очень интересный следующий логотип. Ну, это есть Акбарс, Барыс, это Сочи есть, львами с кем-то. Одна попытка, он уже назвал несколько команд. Из пяти ваших вариантов, Алексей, назови один. Из трех я сказал, это Сочи. И это неправильный ответ, это Барыс из Нур-Султана. Видно же, что котик азиат. Как по мнению Юлианы, должна выглядеть эмблема следующей команды? Я сейчас команды перебираю. Мы вообще часто говорим о том, что командам континентальной хоккейной лиги сделать ребрендинг. Ребята, далеко не надо ходить. Юлиана здесь рисует потрясающе. Нефтехимик. Браво, нефтехимик! Нижнекамск. Класс! Очень легко. Автомобилист. Автомобилист Екатеринбург. Браво! Ну и совсем легко. Кунь-Лунь Ред Стар. Кунь-Лунь Ред Стар. Браво, Алексей Морозов. Браво, Юлиана Королова. Здорово, ребята. Спасибо огромное, что мы вместе с вами делаем популярный хоккей в нашей стране. Мы продолжаем. А теперь, ребята, я хочу познакомить вас друг с другом поближе. Ну, точнее... познакомить вас с вашим творчеством. Это рубрика под названием «Что будет дальше?». Сейчас мы по очереди будем ставить видеосюжеты из вашей жизни, из вашей творческой, из вашей хоккейной. Я буду давать несколько вариантов ответов, и вы должны правильно угадать, что будет дальше. Угу. Итак, смотрим первый клип Юлианы Карауловой, который называется, ну, это новинка, «Танцы на нервах». Потрясающая песня. Зато танцуешь так четко на нервных клетках друг друга. Мы отбиваем чечетку, танцуем, а ноги в кровь. И ты знаешь, наверное, не сможет так даже профи. Но кто сломается первым? Итак, Алексей, что будет дальше? Юлиана уронит на парня шкаф. Юлиана кинет в него каким-то сельдереем. Юлиана покажет фингал на левом глазу, который прятала за шкафом. И вместе поднимут и понесут в шкаф. Уронит шкаф. Итак, Юлиана уронит на парня шкаф. Я роняю шкаф. Смотрим правильный ответ. Если не ты, это правильный ответ. Но правильный ответ, Юлиана кинет в него каким-то сельдереем. Браво, потрясающий клип. Я вчера ходил, выпивал эту песню, крутая работа. Юль, поздравляем тебя с ней. Дальше мы ставим творческо-хоккейную работу Алексея Морозова. Юлиана, ваша задача угадать, что будет дальше. Что будет дальше? Алексей промажет по пустым воротам. Видишь, что происходит? Так. Алексей забьет в пустые ворота. Алексей промажет по шайбе, но потом забьет. И Алексей попадет нового вратаря. Молчи, Алексей. Говори, Юлиана. А Алексей помнит? Алексей вряд ли. Все игры помнит, что ли? Я тебе больше скажу. Он даже сейчас не помнит, как меня зовут, наверное. Давай промажет, но забьет. Итак, Алексей промажет. Извините, Алексей. Но потом забьет. Я понимаю, что вы такой, но... Смотрим правильный ответ. Должен быть какой-то подвох. Промазал по шайбе, а потом забил. Да, браво, Юлиана угадал. По-хоккейному. Так. По-хоккейному. Следующий клип Юлианы, который называется «Разбитая любовь». Смотрим. Потом любовь минуя меняла себя. Теперь в открытом море тонуя. Что будет дальше? Внимание! Юлиана плюнет в парня. Парень плюнет в Юлиану. Юлиана даст пощечину. И четвертый вариант. Парень швырнет Юлианну на кровать. Я считаю, что нам нужно снять альтернативные версии клипов. Мне кажется, наши варианты прекрасно подходят под сегодняшнее шоу. В прошлой версии мы должны были нести шкаф, мне кажется. Ну, давай.
Кровать не видишь. На счет три. Итак. Четвертый вариант. Швырнет на кровать. Парень швырнет Юлиану на кровать. Смотрим правильный ответ. Да! Правильно! Алексей угадывает. Он не видел кровать, но он ее швырнул в эту кровать, и Алексей угадывает. Следующий ролик. Но перед тем, как мы его поставим, я хочу тебе сказать, Юлиана, ты знаешь, что Алексей снимался в фильме «Брат 2» в свое время, в свои годы? Знаю. Давай, поехали. Иду, иду. А теперь вот мы сыграем как раз в игру «Что будет дальше?». Сейчас будет еще помню. Один кадр из этого фильма, и тебе нужно будет угадать, Юлиана, что будет дальше. Смотрим кадры из фильма «Брат 2». Вот такой кадр. Причем, если посмотреть, брат Чикаго и номер московский, 847. Ну, код какой-то московский. Воронежской области, мне кажется. Ладно, Юлиана, что будет дальше? На следующей странице будет телефон Алексея Морозова. Алексей будет лежать убитым на полу, вторая версия. Третья версия. Герой встанет и посмотрит на плакат с Алексеем Морозовым. И еще один вариант. Выйдет Алексей Морозов и скажет: «Ну, здравствуй, брат». Съемки фильма проходили в Америке? Да. А пока Юлиана думает, можно нескромный вопрос? Вам заплатили как актеру за этот фильм? Нет. Нет? Я, честно говоря, не помню уже сюжет. Ну, я помню в общих чертах. Давай попробуем пальцем в небо. Будет плакат. Итак, герой встанет и посмотрит на плакат с Алексеем Морозовым. Смотрим отгадку. Мы легли на дно, мы зажгли огни. Вот он с левой стороны, браво! А там еще Андрей Васильевич Николишин. Да. Караул, одни звезды. И по последнему видеосюжету смотрим клип Юлианы Караловой, который называется «Маячки». О, этот вот тяжеляк. Что будет дальше, Леш? Угадать. Из шкафа выйдет голый любовник, обмотанный гирляндой. Из шкафа выйдет голый хоккеист, прикрываясь шлемом. Из шкафа выйдут фашисты и расстреляют парня. Из шкафа вылетит огромная моль. И зажрет парня. Твоя версия? Что бы вы, Алексей... Моль! Я неочевидно его вижу. Неочевидная моль! Ну почему бы нет? Смотрим правильный ответ. Доброе видео. Доброе лирическое. Немногие знают, но у фашиста кличка Моль. Леш, ты не угадал? Да, я понял. Ну ничего страшного. В следующий раз дома, когда будешь подходить к шкафу, аккуратно. Вспоминаю про этот клип, Юлиана. Там не только к шкафу, там еще к холодильнику и ко всему. Теперь у дочки возьму все клипы, пересмотрю обязательно. И еще одно видео с участием Алексея Морозова. Ну, вот таким ты его никогда не видела. Итак, смотрим. Юлиана, что будет дальше? Алексей сделает тройной тулуп. Ну нет. Алексей сложно. Изящно приземлится на одну ногу. Алексей изящно упадет, и Алексей останется висеть в воздухе. Легенды могут много. Давай изящно приземлиться на одну ногу. Смотрим правильный ответ. А да, красавчик! А я тоже так умею. Да, мы с тобой участвовали. Примерно так же изящно я это делаю. Посмотри, как он, как ковбой.
Если вы не видели таким Алексея Морозова, посмотрите это видео. И он не только классный хоккеист, но еще легендарная личность как фигурист. Мы хотим сказать огромное спасибо самому спортивному магазину «Спортдепо» за помощь в организации съемок. Ребята, у нас есть традиция, кто приходит к нам на передачу, тот расписывается на нашей, ну, уже у меня не фирменная, уже потасканная майка, но распишитесь, потому что когда-нибудь мы обязательно ее разыграем среди наших зрителей. Подписывайте эту майку. Юлиана, так, давай, начинай ты. Я. Леша продолжит, а пока ребята подписывают майку, я говорил о том, что мы в конце нашего шоу сегодня разыграем толстовку Юлианы Карауловой. Друзья мои, кто придумает самое крутое, адекватное наказание в челлендже, получит толстовку от Юлианы Карауловой. Пиши свои наказания в комментариях. Юлиана Караулова, Алексей Морозов в гостях Хирушин Хоккей Шоу. Друзья мои, я не могу вас отпустить без традиционного челленджа в нашем шоу. Едем. Пойдемте, куда едем? Пойдемте. Прямо сейчас. Впервые в истории Ярушин хоккей-шоу «Ведра челлендж». Алексей Морозов против Юлианы Караула. Так, 10 шаг. Первый начинает Алексей Морозов. Это нереально туда попасть. Реально, я попаду. На, покажи. Легко, смотри, с первого раза. Ну, давай. Останется. Давай. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, ты можешь, молодец. Ты профессионал. Нет. Отойду. Мимо. О-о-о-о! Следующий, Алексей, бросок. Мимо. О-о-о-о! Что творит легенда, друзья? А говорил, что не... Ох. Ой-ой-ой. Алексей, вы подумайте. Вы зачем так? Алексей, вы сумасшедший человек. Из 10 две! Из 10 две! Спасибо. Все остальные были красиво положены в девятку. Юль, тебе нужно будет просто взять на клюшку, класть шайбу и попробовать забросить ее. Откуда? Отсюда. Попытайся обыграть Морозова. Многие пытались его обыграть, но не у всех получалось. Первый бросок. Ай, штанга! Ведра штанга! Ведра штанга. Ведра штанга. Еще, Юля. Блин. Чуть-чуть, ничего страшного. Я бы не смогла быть хоккеистом, я бы так психовала бы. Я чуть-чуть, совсем, совсем чуть-чуть. Нет, все хорошо. Но ты же зарабатываешь не хоккеем в этой жизни, поэтому... Почему ты сейчас, я услышал, как ты исполнишь? Еще. Нет, очень сильно. Еще есть 5 шайб. Давай. Берегись, ну, Морозов. Сухую. Берегись, Морозов, мы идем. Еще одна. Аж 3 метра штанга. Легко. Да хрен там. Ну смотри, осталось 2 шайбы. Ничейка. Ничейка. Либо. Либо. И вот сейчас ничья или победу одерживает Алексей Морозов. Дай! Ничего страшного, Юлиана проигрывает, но на самом деле же не в этом же кайф, не в этом же счастье, правильно? Хорошо, что я не играю в хоккей, хорошо, правда? Что Юлиана не играет в хоккей, а поет прекрасные, красивые, интересные песни, которые мы все слушаем, любим и смотрим клипы, где из шкафов выходят фашисты. А я хочу сказать вам, ребята, огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Я вам желаю успехов тебе в творчестве. А тебе, Леш, в твоем нелегком функционерском деле. Это был Ярушин хоккей-шоу. До новых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока. Спасибо. Мне за это не заплатили. Как это зовется в хоккейном мире? Ачечи. Не бери это в руки.